Всем привет, с вами компания Fusion Technology, меня зовут Левон. Сегодня хотел бы вам рассказать о 5D-карбоне, голографический карбон по-другому. Она очень необычная, сложная в работе, для новичков особенно. То есть в чем ее сложность? Сложность у нее в том, что чуть больше, чуть меньше активатора, соответственно, пленка по-другому себя ведет, могут появиться микротрещины. То есть на растяжках, на углах, на переходах деталей это все очень хорошо видно. Также эта пленка отличается тем, что как ни крути, она высыхает. То есть у нас у самих не с первого раза получилось ее отпечатать, нанести на деталь. Она быстро высыхает, хоть и хранение происходит по инструкции в стрейч-пленке, в тубе, рядом с влагоспарителем. Но, как показала практика, это не спасает. То есть пленка сложная все-таки в работе. В этом случае ее приходится распаривать над парогенератором или же обычный бытовой чайник. Сегодня попробуем это все сделать, показать наглядно, чтобы в дальнейшем вы могли наглядно все увидеть. Сейчас мы видим то, что пленку обклеили малярным скотчем. Это для того, чтобы было более удобно распаривать ее над источником влаги, парогенератором. То есть это не обязательная процедура, можно просто по противоположным торцам, в сторону обклеить, собственно. Сейчас мы ее нарежем и будем насыщать влагой. Можно использовать любой источник влаги, то есть это чайник, парогенератор, как это в нашем случае. Берем пленку липкой стороной вниз и держим около 2-2,5 минут. Распариваю вот так вот равномерно по всей плоскости, собственно, пленку. Через некоторое время пленка будет морщиниться, то есть будет проходить реакция впитывания влаги в саму пленку. Мы видим, что она немножко морщинится, значит в этом месте уже достаточно. Берем, собственно, нашу распаренную пленку. Распаривали мы, еще раз повторюсь, именно желатиновую сторону, то есть заранее определили липкую сторону. И засекаем время. Если у пленки никаких проблем, то есть у вас не возникало с ней, то есть она свежая, еще не успела подсохнуть, соответственно, выдержка 2-2,5 минуты будет достаточно. Активатор стандартный. Но так как у нас немножко сложный вариант, то 4 минуты достаточно будет. 3,5-4. Немножко складки вот так вот продвинем. Таймер у нас уже считает. Засекли время. И ждем. Сейчас мы можем наблюдать, как текстура выровнялась на поверхности воды. И давайте попробуем стандартные настройки. Подача 2,5. После нанесения активатора текстура немножко пропадает. Этого бояться не нужно. И погружаем. Печатали на черном образце, на черной базе, потому что на черной базе именно эта текстура показывает все свои изъяны. То есть микротрещины и так далее. Ну и смотрим на наш результат. По моему мнению, супер получилось. Когда только, по секрету скажу, когда только текстура пришла нам на тест, не с первого раза она у нас получалась. Но я сейчас результатом полностью.
полностью доволен. Вот такой вот интересный эффект. Далее мы покроем глянцевым лаком. После покрытия глянцевым лаком, то есть после первого слоя, вот эта текстура, именно прорисовка, четкость, она может пропасть. Но после того, как лак подвялится, так скажем, затвердеет, четкость рисунка снова восстанавливается и возвращается. Вот здесь вот по торцам необходимо посмотреть, потому что вот на торцах, на углах, переходах таких, где плоскость играет, вот там очень часто микротрещины появляются. Сейчас такой проблемы я не вижу, значит, все круто, все получается и у вас получится. Собственно, развели глянцевый лак, наш образец, и начинаем его покрывать. Один 100% слой. Если приглядеться, немножко текстура теряется местами, ничего страшного. В основном на общих главных плоскостях все хорошо, не пропадает, вернее сказать, уже возвращается рисунок. Возможно, происходит просто какая-то реакция с сольвентами, смолами, которые находятся в лаке, но рисунок четкость все-таки свою сохраняет. Сохнущий лак с керамической добавкой. Ее особенность то, что выдержка между слоями 5 минут. 5 минут у нас прошло, межслойная выдержка. Покрываем еще одним финишным 100% слоем. Вот если сейчас сразу приглядеться, рисунок потерялся, буквально через несколько секунд он восстанавливается. Необычная текстура в работе, вроде бы сложная, но имеет простое бытовое решение. С помощью чайника можно избежать вот таких вот трудностей и вопросов. Если у вас возникли какие-то вопросы по этой пленке, по другим, в общем, по технологиям, печать, планирование, пишите, звоните, пишите в комментарии также. С вами был Fusion Technology. Всем пока!